Сегодня мы рассмотрим жизнь служителя по имени Эван Робертс, с которого началось пробуждение в Уэльсе. Это было одно из самых замечательных пробуждений в пятидесятническом и евангельском мире за всю историю. Причина, по которой я впервые заинтересовался жизнью Эвана Робертса, было то, что Бог использовал его, когда тот был еще очень молодым человеком. Читая книгу, я обнаружил, что хотя начатое им пробуждение длилось всего несколько лет, сам он, тем не менее, прожил до 1951 года. Пробуждение началось в 1904, продолжалось в 1905, частично в 1906 годах, и уже к 1907-1908 годах оно пошло на спад. Вначале я подумал, что это случилось в связи со смертью этого служителя, но потом я осознал, что он просто ушел со сцены. Он больше не проповедовал, он скрылся из виду на всю оставшуюся жизнь. Это была для него глухая изоляция. Это начало меня беспокоить. Я подумал, почему этот великий служитель, который привел более чем 100 тысяч человек ко Христу в Уэсли, менее чем за год вдруг ушел со сцены, ушел из жизни, из общества на всю оставшуюся жизнь. Это побуждало мой журналистский дух пойти и узнать, что случилось. И я провел несколько лет, пытаясь выяснить окончание этой истории. Что случилось с этим служителем? Почему он исчез? И также открыть все прочие скрытые истины. Когда я начал находить их, я начал находить ответы на некоторые вопросы. Эти ответы были не из тех, которые я был готов принять. Это были ответы, которые я не хотел принимать, но они были настолько правдивыми и откровенными, что мне ничего не оставалось делать. На этом занятии я расскажу вам историю этого пробуждения. Я расскажу вам историю, которую я называю самой печальной историей во всей истории занятий, о человеке, который умер, дожив до всего 70-го юбилея, но который проповедовал всего лишь несколько лет всей своей жизни. Когда Бог призывает вас, Он призывает вас на всю жизнь. Вы не можете уйти в отставку, ваше движение может со временем замедляться, но горячее желание проповедовать и действовать никогда не оставляет вас. Поэтому если человек вначале охватывает своим служением целый народ, а затем исчезает до конца дней, для меня это становится очень интересным и стоящим того, чтобы знать об этом, о том, как можно избежать этих неудач и провалов в служении. Родился он 8 июня 1878 года. Его родиной был Южный Уэльс. Его родители были христианами кальвинистского вероисповедания. У него было 13 братьев и сестер. Это было нормально для тех времен. У Джона Уэсли было 19 братьев и сестер. Джон был 13-м, а его брат Чарльз 14-м. Тогда было много больших семей. В таких семьях были крепкие традиции, высокая нравственность. Детей воспитывали по Библии. Воскресная школа была частью их жизни, как и поклонение Богу в семейном кругу. Во время, которое мы называем периодом развития пятидесятничества в США, существовали семейные алтари, где люди молились, люди обращались к Богу и где они поклонялись Ему. Было бы здорово, чтобы это время вернулось, а то сегодня люди больше смотрят телевизор и уделяют всего лишь несколько минут за целый день или неделю совместной молитве и чтению Библии, а то и того меньше. А если их не просят, они вообще этого не делают. Постоянно находится что-то, что мешает духовному развитию человека, препятствует его жизни с Богом. В те годы дети воспитывались более строгой морали и характер от того укреплялся, что сегодня давало бы нашим детям силы, чтобы выжить и жить праведной жизнью. В возрасте 12 лет он начал работать в шахте вместе со своим отцом. Ему платили 75 пенсов в неделю. Можете представить, мальчик 12 лет спускается в угольную шахту, рубит уголь, укладывает его в вагонетки, которые лошади тянут наверх. И все это 12 лет. Он получил 75 пенсов в неделю, чтобы помочь своей семье, обеспечить своих братьев и сестер и на другие семейные нужды. Я нахожу это довольно интересным, то, что этот молодой человек не протестовал против такой жизни, его семья не была против этого. Еще история доносит нас то, что он был очень верующим человеком, потому что каждое утро он первым стоял на входе в шахту, встречая других людей, называл им места Писания, просил поразмышлять над ними, пока они работают. Когда наступал обед и слышался свисток окончания работы, он снова просил людей поразмышлять над словом. И когда наступал вечер, и со свистком работа прекращалась, он не был среди тех, кто первым спешил домой, но становился на входе из шахты и спрашивал их, что они думают об этом месте Писания или о том. Он всегда старался заставить людей подумать, задуматься о Боге и стать членами поместной церкви, и он старался
привести их к Господу в самом раннем возрасте. Его брат также работал вместе с ним в шахте. В стене шахты у него было выдолбленное место, куда он клал свою Библию. Однажды, когда его не было на работе, произошел взрыв. В ходе взрыва часть Библии сгорела, и обгорели ее края. Она стала известна как знаменитая паленая Библия. Впоследствии ее части можно было обнаружить по музеям в Уэльсе и не только там. Везде можно было найти части этой паленой Библии, потому что со временем Эван стал раздавать ее страницы своим друзьям, последователям или просто верующим людям во время духовного пробуждения. Когда пробуждение завершилось, люди перестали их хранить, но они стали символом духовности этого молодого человека. Пробуждение началось, когда ему было едва за 20. Даже хотя он был обычным молодым человеком, который тогда посещал школу, люди наблюдали за ним, поскольку некоторые считали, что с ним что-то не так в плане его здоровья. Он мог останавливаться на улице, его губы начинали двигаться, но он не произносил ни слова, как будто бы он говорил с кем-то, кто был рядом. Они думали, что что-то было не в порядке с его психикой. Врачи говорили, что у Эвана Робертса на почве религии возникла заторможенность разума, и что-то может причинить ему проблемы в более зрелом возрасте. Но Эван был вполне счастлив, идя по жизни. Этот молодой человек старался завязывать отношения с Господом, поэтому он каждый раз останавливался. Когда он останавливался, он ощущал движение духа и сильное желание близости с Богом. Он останавливался и начинал разговаривать с Господом. Вот почему некоторые из его друзей и некоторые родители его друзей говорили, что что-то не в порядке с этим молодым человеком. Мы видели, как он шел домой из школы или в школу, и он вдруг останавливался и не двигался, и долго говорил просто на воздух. Но не подумайте, что я предлагаю вам это делать. Я лишь побуждаю вас говорить с Богом. Он делал лучшее, что мог. Слава Богу за то, что Он снисходит к нашим ошибкам и слабостям, пока мы не научимся делать что-то лучше. Глядя на Него, люди бы никогда не подумали, что Он был молодым человеком. Он был все время занят, у Него не было большого желания заниматься спортом. Если кому-либо нужно было найти Его, то он всегда мог пойти в местную церковь и увидеть, как он, человек разговаривает со служителями или молится алтаря или делать еще какую-то работу вокруг церкви. Читая его записки, вы обязательно увидите, что он желал Бога, стремился к Нему. В нем было что-то, что выдавало в нем человека, который не находился целиком в этом мире. Он никогда не был глубоко вовлечен в дела этого мира, но всегда находился поблизости к церкви, к Божьим делам. Это не означало, что он был совершенен и не допускал никаких ошибок. Но в его сердце и его жизнь были совершенны. Он, будучи молодым человеком, всегда интересовался Божьими вещами намного больше, чем естественными вещами этого мира, по сравнению с другими молодыми людьми его возраста. Его-то просто не интересовало, когда он был со своими друзьями, знакомыми, то о чем бы они ни говорили, речь всегда заходила о Господе. Были ли они в церкви, молились ли они, что Бог положил им на сердце и что Бог делает в их жизни. Тут можно заметить, что людей в возрасте 13, 14, 18 лет не слишком волнуют вопросы религии. И если, конечно, они не испытывали Божьего прикосновения. Когда Дух движется в юных сердцах, они часто не знают, как правильно при этом себя вести. Они делают все, что могут. Правда, иногда они нас удивляют. Молодые люди, которых Бог касается и которые отвечают на это прикосновение, становятся не похожи на других людей, на других детей, которые занимаются спортом, делают все остальное, что делают дети в первые 10 лет своей жизни. И все это нормально, все это хорошо, но иногда мы, верующие, можем ощущать, как Бог вмешивается в жизнь. Вы получаете ответ на свои молитвы, ваши желания по поводу того или этого, Бог отвечает, и ваши желания реализуются. Я ощущал что-то подобное сам, потому что моя мама и бабушка тоже воспитывали меня подобным образом. Они учили меня молиться и своей жизни, и в большинстве вещей я старался следовать за Господом. Но я также любил играть в баскетбол, делать другие вещи. Но мне всегда нравилось быть ближе к Богу, ближе к церкви. Мы молились всей семьей, и я знал, что я имею взаимоотношения с Богом. Я не только делал какие-то действия, но я видел плоды молитв моей матери и бабушки. Я приходил из школы и видел людей, сидящих у нас дома, и благодарящих мою мать и бабушку за их молитвы, и приносили сообщения об ответах на молитвы, которыми те молились несколько месяцев назад. Я играл на улице, как все дети, но когда я приходил домой, я видел, как подобные вещи происходили, и понимал, что Бог реален.
появлялись плоды, поэтому христианство не было для нас рутиной. Для нас это была реальность. Так же обстояли дела и в жизни Эвана Робертса. Пробуждение началось с тех пор, как он получил видение на молитвенном собрании в 1904 году. Эван Робертс со своими друзьями отправился на молитвенное собрание, где тогда служил знаменитый Сэм Джошуа. Он рассказывал, как на него сошел дух молитвы, который назвал духом ходатайства, и он начал молиться своей знаменитой молитвой: «Подчини, покори нас, о Господь, от начала, сделай нас покорными и готовыми делать то, что ты хочешь от нас, делай все, мы будем послушны тебе». И все это он вкладывал в слова: «Подчини, покори нас, о Господь». И во время этой молитвы у Эвана Робертса было видение. В этом видении он увидел народ Уэльса, людей, поднятых от земли к небесам. Затем появилась рука и прикоснулась к ним. Для него это означало, что Дух Божий собирается совершить что-то великое в этом народе. Когда он находился под впечатлением от этого, Господь проговорил к нему, сказав: «Я дам тебе 10 тысяч человек за короткое время». Он обратился к своему другу и спросил: «Веришь ли ты, что Господь может дать мне 100 тысяч человек за короткое время?» Его друг ответил: «Я с тобой согласен, я верю в этом. Слава Богу за таких друзей, которые говорят: да, ты прав, которые не разрушают вашей веры, не заставляют вас думать, что вы не в своем уме, но напротив, вдохновляют вас веру, говоря: я тоже в это верю, я верю, что так будет». Под впечатлением от Господа Эван покинул это молитвенное собрание, на котором присутствовал, и вернулся в свою церковь, членами которой были его семья. Он просил пастора провести специальное молодежное собрание, на котором он мог бы рассказать, что Бог делает в его жизни перед молодыми людьми в своей церкви. Пастор согласился, сказав: «Конечно, ты можешь провести собрание после воскресного служения». Но на него пришли лишь несколько молодых людей, один ребенок, одна молодая девушка и еще несколько взрослых. Это все, кто были там. Эван Робертс поднялся на кафедру, немного поделился тем, что Бог делает в его церкви, и начал молиться. Как только он начал молиться, в тот же миг началось пробуждение. Люди резко ощутили Божье присутствие. Оно сокрушило твердыни в сердцах, и они начали плакать. Я не думаю, что он рассказал что-то необыкновенное, но когда Божий Дух касается людей, сердца сокрушаются, они начинают плакать. Либо они начинают радоваться и славить Бога, но в любом случае что-то начинает происходить. Сердца людей сокрушались, и они начали плакать. И на следующий вечер было намечено новое собрание, оно продолжалось до следующего дня. И мало-помалу это пробуждение начало шириться от того, что люди начали рассказывать о том, что происходило на этих собраниях. То, что лежало у них на сердце, начало двигаться с необычайной быстротой. И скоро вся церковь была уже заполнена людьми. Люди продолжали, приходили и оставались там до 8 утра. Они не могли оставаться до 9, потому что им нужно было идти на работу. А другим на следующий день нужно было идти на работу, и одним на работу, другим на учебу. И оказалось, что существующие расписания и графики работы в жизни людей упразднились, и все эти люди фокусировали свое внимание на том, что Бог делал и что Он говорил в их жизни. Закончилось тем, что когда пробуждение началось, внезапно все церкви, большие и маленькие, по всему Уэльсу начали наполняться. Даже когда там не было самого Эвана Робертса. Пробуждение в Уэльсе не находилось под управлением и контролем Эвана Робертса, хотя он был искрой к нему, главным его лидером. Однако Божий Дух двигался таким образом, что во всем Уэльсе это не обходило стороной даже самые маленькие церкви. Случались некоторые вещи, которые мне кажутся просто забавными в начале пробуждения в Уэльсе. Когда же оно было в расцвете, оно не могло не затронуть и газеты, и их репортеров. Люди начали говорить: если вы испытали Божье прикосновение, не стремитесь завоевать себе популярность, но будьте готовы, оно у вас будет по-любому. Так все и происходит. Бог начинает делать что-то, затем ваше помазание привлекает людей, затем их свидетельства привлекают других людей, и репортеры уже готовы сообщать по телевидению и в газетах, что что-то происходит. Это как звенья одной цепочки. В исторических книгах по Уэльсу, не в истории церкви, а в исторических книгах, которые изучаются в школе и которые можно найти в библиотеках, рассказывается об этом периоде времени. Пробуждение началось в 904-м, продолжалось в 905-м, 906-м годах и пошло на убыль в 907-м и 8-м годах. В 908-909 годах от него уже почти ничего не осталось. Но есть некоторые вещи, которые мне кажутся очень забавными и также интересными. Мы говорим о пробуждении. То же, что у нас происходит сегодня, является по большей части освежением сил. Торонто придало свежести. Собрания Ронди Ховарда Брауна послужили к освежению. Но это не то, что мы можем назвать пробуждением, потому что не так уж много людей принимали там спасение. Да, были такие люди, но в основном это послужило нуждам верующих, чье хождение с Богом обновилось. Они получили
новую радость, новое подкрепление знает того, чего от них хочет Бог. Исторические книги доносят до нас весть о существовании небольших публичных домов, разбросанных по всему Уэльсу, а также находящихся в крупных городах. Когда пробуждение достигло своего расцвета, тогда эти публичные дома, которые навещали бизнесмены, приезжие со всей Европы, заезжавшие в Уэльс навестить своих друзей, пробуждение затронуло, сильно подействовало на этих женщин. Они приняли спасение, и эти публичные дома превратились в поющие церкви, как их тогда называли. И туда приходили мужчины за своим делом. Они видели, что там нет больше тех грешниц, которых привыкли видеть, но они увидели поющих женщин, которые приглашали их стать частью этого пробуждения. Есть несколько интересных вещей, которые я обнаружил, относящиеся ко времени, когда пробуждение достигло своей полноты. В угольных шахтах работали так называемые пит-пони, маленькие лошадки, которые таскали вагонетки. Вагонетки опускали в шахты, нагружали их, и затем лошади тащили их к месту, где уголь высыпался. Лошади могли двигаться только по командам шахтеров, а шахтеры кричали на них матом, на этих лошадей, так что одно ругательство служило командой к началу движения, другое к остановке. Когда пробуждение коснулось шахтеров, они прекратили ругаться. Теперь они приняли спасение и больше не произносили ругательств. Они считали, что это не подобает христианам, и я с ними полностью согласен. Закончилось тем, что пит-пони не хотели двигаться с места, потому что они не понимали команд. Владельцы шахт не знали, что им делать, поскольку пони не хотели двигаться, а шахтеры не хотели ругаться, поэтому пришлось брать новых лошадей и учить их таскать вагонетки вниз, в шахту и наверх. Мне видится забавным то, что целые угольные компании оказались затронуты этим пробуждением, что им приходилось приобретать новых лошадей, потому что те не хотели двигаться, шахтеры не хотели на них ругаться, а те, в свою очередь, не понимали. Их били палками, но в итоге владельцы шахты решили: купим новых лошадей. Это говорит о том, что пробуждение повлияло на все общество. Оно меняет сердце человека, но также интересно видеть и то, как меняется деловая жизнь в округе, когда пробуждение набирает силу. Еще что мне показалось интересным, это изменение в рабочем графике жителей Уэльса. Для того, чтобы приспособить его к желаниям людей, люди возвращались домой рано, чтобы помыться, переодеться и отправиться в церковь, чтобы успеть вовремя. И они оставались там до 2-3 часов утра, как уже говорилось. Поэтому рабочий день заканчивался на 2-3 часа раньше. И вместо 6 часов работа заканчивалась в 3-4 часа, чтобы люди могли прийти домой, собрать детей и пойти в церковь, чтобы успеть. Потому что церкви в Уэльсе были маленького размера, максимум 200-300 человек, максимум на 500. В остальных случаях приходилось просто открывать окна и двери, чтобы люди могли слышать пение оттуда и присоединяться к остальным и быть частью этой атмосферы. Рабочий график изменился во время пробуждения. Я бы хотел, чтобы в Калифорнии также изменился рабочий график. Благодаря пробуждению там. Я бы хотел, чтобы такое произошло в Нью-Йорке, в Лондоне и в Европе. И если вы хотите этого, Господь это может повторить. Я верю, что мы еще увидим подобные вещи. Еще одна интересная вещь, случившаяся в самый пик пробуждения, которую я обнаружил, изучая пробуждение в Уэльсе, было следующее. В Америке у нас есть то, что мы называем Супербоул. Это когда две футбольные команды состязуются в финальном матче на звание лучшей футбольной команды. Почему в Уэльсе играли в игру, которую мы в Америке называем «сокер», а в Европе она называется «футбол». Они проводили серьезные состязания каждый год. Но в год, когда пробуждение достигло своего пика, не проводилось никаких соревнований. И даже в книге рекордов футбольной лиги стоит слово «пробуждение» в качестве причины, почему в этот год не проводилось соревнований. В самой середине списка книги рекордов стоит слово «пробуждение». Случилось так, что даже спортивные соревнования, которые для некоторых людей являются их Евангелием и Библией, были остановлены по причине более знаменательного события, потому что пробуждение затронуло всю страну. Позвольте мне рассказать еще кое-что. Избирательные кампании, проводившиеся на занятия места в городском совете или мэрии, были отменены, потому что все люди уходили на собрание пробуждения, и они не хотели слушать политические речи, и им не хотелось рассуждать о том, во что верит этот кандидат и кого надо выбирать. В итоге политики решили, что они не могут составить конкуренции пробуждению. Так что политической жизни страны были отменены все предвыборные кампании, поскольку никому не хотелось в них участвовать. Это было более чем интересно, потому что все люди уходили в церковь, желая быть частью пробуждения. Еще один интересный факт об этом пробуждении. Библейские общества рассказывали, что во время пробуждения они продавали в 3 раза больше Библии,
чем за все остальное время, даже до сего дня. Библейские общества не держали Библии на складах. Они печатали их с максимальной скоростью. Библии были раскуплены во всех магазинах, библиотечные Библии зачитывались до дыр. Каждый человек хотел иметь себе Библию. Поэтому я думаю, что Библия... Когда Библия является книгой номер один в народе, тогда в нем происходит пробуждение. Для этого Бог должен произвести сильное действие. Другим интересным фактом об этом пробуждении будет и то, что уровень преступности в Уэльсе понизился настолько, что в местах стали распускать полицейские участки, потому что в них просто не было необходимости. Я бы хотел, чтобы такое было в Лос-Анджелесе. Я бы хотел видеть там такое, где я живу. Я бы мог взять газету, включить 6-часовые новости, а там бы говорилось, что уровень преступности снизился настолько, что теперь не нужно столько полицейских, как раньше. Такое происходит, когда Бог касается жизни человека. Порой мы пытаемся создавать законы, чтобы сохранить нравственность. Мы создаем законы, чтобы заставить людей делать определенные вещи. Но вам никогда не удастся создать закон, способный прекратить аборты, или гомосексуализм, или другие вещи, которые мы называем грехами и социальным злом. Но все это изменится, когда Бог касается сердца человека. И я смотрю, как много принимается законов и правил. Однако все, что нам нужно, это сильное действие Бога, касающиеся сердец людей. Зло должно уйти по одному пути, а праведность прийти по другому пути. Так все и происходит. Многие люди молятся за нашего президента. Должно быть, нам нужен новый президент, хороший президент, новый губернатор, мэр, хорошие люди, которые верят в Бога и живут по Библии. Молитесь за тех, кто у власти. Но прежде всего, нам нужно, чтобы Бог касался сердец людей. И пробуждение не ограничивается одними стенами церкви. Оно может начаться там, но его следует нести дальше, как это было во время пробуждения в Уэльсе. Еще одним фактом, характерным для пробуждения в Уэльсе, который также можно найти в книгах по истории, было резкое снижение пьянства в стране. Что было, и многие пивные превратились в места для пения. И вместо того, чтобы торговать спиртным, там стали проводить изучение Библии и молитвенные собрания, где люди также делились свидетельствами, потому что они не хотели больше пить водку, потому что больше не было нужды продавать им крепкие коктейли и другое. Они не хотели этого. Они говорили о Господе, они пели ему песни. Некоторым в этом трудно поверить, но это в действительности происходило. Когда Бог касается сердец людей, и они целиком покорны ему, вещи начинают меняться, и часто мгновенно. Еще одним интересным фактом было то, что банки и отдельные лица замечали, что многие просроченные долги стали выплачиваться. Об этом нужно поговорить. Когда люди откликаются на движение Духа, когда Бог по-настоящему касается людей, тогда будут наблюдаться не только всплески эмоций, будут происходить не только то, о чем говорят не более одного-двух дней, но сама жизнь начинает приходить в порядок. И все, что не так, начинает исправляться с максимальной скоростью. И все это записано в книгах по истории Уэльса, не только в истории церкви, но и в светской истории. Люди начинали выплачивать свои долги банками и взаимодателям. Все деньги, которые они позанимали у соседей и друзей, все начало возвращаться назад в полном размере. Когда люди ощущают Божье прикосновение, все начинает приходить в порядок. Вместе с этим... Люди начали ходить к своим друзьям и говорить: «Я нехорошо поступил с тобой, я обидел тебя, я украл у тебя». И дальше они просили простить их. Когда Бог касается людей, они будут не только смеяться и кататься по полу, но также и каяться, исправлять ошибки, отдавать долги. Так мы выходим из сферы греха, к которому стремится наша плоть, и которым она управляется. Нам нужны сегодня подобные движения Духа. В Соединенных Штатах и частично в Европе есть много людей говорящих. Мы должны делать так, чтобы все чувствовали себя удобно. У нас должна быть церковь, которая должна быть приспособлена к стилю людей. Мы, в моей местности, в Северной Калифорнии, если бы мы хотели приспособить церковь к жизни местных жителей, тогда нам пришлось бы иметь церковь, которая принимает гомосексуализм как приемлемый стиль жизни, которая считает аборты приемлемым стилем жизни. И если у женщины 40-50 мужей, то это все нормально. Но мы не находим этого в Писании. И даже на уровне эмоций мы понимаем, что так не должно быть. Когда Бог касается людей, вещи меняются. Что происходит? Люди начинают жить лучше. Возможно, они делают ошибки, но их становится все меньше. Жизнь приходит в порядок. Когда я говорил, что они начали выплачивать долги, они перестали посещать места, где грешили. Они освобождались от греха, семьи стали налаживаться. У них налаживались отношения между членами семьи, мужьями, женами, детьми, соседями. Появилась гармония, мир и любовь. Божий Дух начинает делать это через нас. Пробуждение в Уэльсе было крупнейшим в своем роде, по мнению историков, о котором могут теперь прочесть проповедники и молодые христиане. Вот почему харизматы, пятидесятники, методисты, епископалы, все согласны с тем, что это было крупнейшим излиянием Духа за всю историю. Но также есть и
обратная сторона этого вопроса. Я бы хотел рассказать историю, в которой нет оборотной стороны, но, увы, таких нет. Практически во всем, о чем мы будем вам говорить, есть оборотная сторона. Я не хочу показаться мыслящим негативно, но я говорю о негативном, чтобы мы могли чему-то научиться из этого. Мы учимся, как избежать этих ошибок и неудач, и как удалить себя от ряда искушений, приносящих неприятности. Неважно, какими помазанными мы можем быть, и не имеет значения, какие огромные множество людей приходят послушать нас. Как Бог помазал вас, вы по-прежнему остаетесь простыми людьми. Павел говорит, что мы имеем это великое сокровище в глиняных сосудах. Великие мужи и жены Божьи никогда не теряют свое положение в царстве и не падают нравственно из-за своего помазания. Но когда их внутренняя жизнь не получает достаточного развития, их личная жизнь, когда вы находитесь под помазанием, вы имеете сверхъестественную силу. Когда же это помазание уходит, эта сила оставляет вас. Тогда, если у вас нет крепкой внутренней способности, если в результате молитвы личного времени, проведенного с Богом, тогда вы будете побеждены в ходе внутренней борьбы, которая будет происходить во время, когда вы находитесь под давлением. Ибо к тому времени, когда начинается ваша внутренняя борьба против того, что вы проповедуете, делаете и говорите, помазание уйдет, и вы останетесь наедине со своим душевным человеком. Вот почему многие великие люди терпели неудачи. Они пренебрегали временем, проведенным в молитве, пренебрегали личным общением с Богом. Вам необходимо иметь сильную молитвенную жизнь, уметь пользоваться силой помазания. И если вы имеете успех в жизни и служении, вы будете счастливым человеком. Некоторые люди становятся зависимыми от этого внешнего помазания, потому что, когда они оказываются в нем, их ничего не беспокоит, заботы не мучают, критицизм не имеет силы. Зато, когда внешнее помазание уходит, им приходится иметь дело с тем, что внутри. Оказывается, что у них не было правильного общения с Богом, не было времени для молитвы, они не созидали себя духовно, они не делали правильного исповедания, у них не было правильного отношения к вещам, и внезапно критики вашей деятельности, религиозная отрицалая позиция, все эти вещи, даже демонические силы атакуют атакуют вашу душу, и тогда депрессия, перед которой вы отступаете, начинает вас давить, и вы прибегаете к естественным вещам, пытаетесь справиться с проблемой, вы ищете совета не у тех людей. Или возьмем, например, людей, которые были алкоголиками. Когда они начинают ощущать на себе давление, то у них уже нет той защиты, что было раньше. Они возвращаются назад в бутылки. Или же мы начинаем суетиться, стараться занять себе какой-то деятельностью. Мы обязаны укрепляться во внутреннем человеке. Мы должны укреплять свой дух. Эван Робертс находился в зените своего служения. Дух Святой двигался, служа через него. И по словам одного человека, целый народ был у него на ладони. Но неожиданно у него возникли проблемы со здоровьем. У него за всю жизнь было 8 нервных срывов. Пробуждение, которое он возглавлял, начало понемногу отнимать у него жизнь. Вы скажете, как движение Духа может отнять вашу жизнь? Хорошо, позвольте объяснить вам пару вещей. И может быть, они помогут вам разобраться в том, к чему Бог вас призвал на этих примерах. Эван был человеком, который работал день и ночь. Он никогда не останавливался и никогда не отдыхал. Он только работал. Он молился, проповедовал, ездил, и многое из этого было правильным. Но кое-что у него было и неправильно. Это и начало отнимать у него его жизнь. Первыми признаками физического срыва, который затем произошел, была внезапная потеря им братской любви и доброго расположения к людям. Во время проповеди он стал резок в замечаниях, начал ранить людей своими словами. Потому что к этому времени до него стали доходить первые волны гонений и критицизма со стороны некоторых газет и местных пастырей, которые считали, что он не прав, что он слишком молод и недостаточно развит духовно. И прочие обвинения. Что же он делал? Ему всегда приходилось быть первооткрывателем для Бога. Прежде всего, газеты называли его телепатом. Однако то, что они описывали, было только работой даров Духа. Они не знали ничего о них, что мы знаем сегодня. Они не имели этого. Когда мы изучаем историю движения Духа в прошлом, нам следует рассматривать это в контексте того времени, с учетом того, какой была жизнь у этих людей.
Иногда мы судим о них согласно современным стандартам, но это нечестно, потому что они жили, не жили в нашем мире, а мы в ихнем. Проблема была в том, что газеты называли его телепатом. Но то, что он делал, он просто спускался с кафедры, проходил по проходам и говорил людям: «Вам нужно сделать то-то, у вас есть такая-то боль, у вас эмоциональные проблемы, которые Бог хочет исправить». Он говорил людям о проблемах в их жизни, и что Бог хочет это исправить. Они начинали рыдать. И так Бог начинал исцелять. Критицизм в его адрес начал раздражать Эвана. Затем местные пастора ополчились против него. У Эвана Робертса было одно удивительное качество. Временами, приходя на собрание, он сидел за кафедрой по целому часу, не говоря ни слова. Он просто позволял Божьему Духу двигаться, и тот начинал двигаться. Затем он вставал и начинал петь Господню песню, так ее называли. Господня песня — мелодия, которая рождалась в его духе. После чего все люди присоединялись к нему и пели эту песню вместе. Иногда он так пел по 20-30 минут, и слава Божья сходила на него, как океанские волны. Мне кажется интересным то, что многие поколения описывали Божью силу, сходящую на них, как океанские волны. Они то усиливались, то ослабевали, то снова усиливались. Затем он вставал и проповедовал некоторое время. Он проповедовал только тогда, когда ощущал на себе помазание. Он стоял и проповедовал 5-10 минут и говорил слово ободрения 5-10 минут. Вот почему у нас сохранилось очень немного его проповедей, которые отпечатаны, которые можно прочесть. Потому что пробуждение в Уэльсе было ознаменовано не проповедями. Хотя там были проповеди, но Дух Святой больше работал через увещевание и ободрение. Только несколько полномасштабных проповедей сохранились. А так это было увещевание, чтение Библии, молитва, и Дух Святой двигался через это. Четвертый срыв у Эвана Робертса был самым сильным. До этого несколько раз случалось подобное, но он находил время отдохнуть и затем возвращался к работе. Но четвертый физический срыв был у него самым сильным. Дошло до того, что он оказался на носилках и некоторое время был прикован к постели. Ему повстречалась одна женщина, Джесси Пен Луис, которая написала несколько хороших книг, но в ее жизни были некоторые вещи, которые явились причиной заката пробуждения в Уэльсе. Ее только что лишили общения в группе служителей, с которыми она была поставлена на служение из-за крайности в ее учении о кресте и страданиях Иисуса Христа. Я думаю, что каждый служитель и каждый верующий верит, что есть определенная степень страданий в жизни христианина. Христос страдал, также и в нашей жизни будут определенные гонения. Однако она в своей проповеди доходила до крайности. Когда Эван Робертс дошел до состояния духовного, эмоционально-физического истощения, он считал, что настало время уйти со сцены. Когда он стал молиться, ему пришла в голову мысль, что он должен перенести страдания Христа, потому что его служение, которое у него было, напоминало его служение Христа. Когда Пен Луис услышала подобные слова и размышления, она сказала: «Я сама так думаю». Она решила посещать его служение и стала другом Эвану Робертсу. Когда у него случился четвертый срыв, она быстро приехала, уложила его на носилки, посадила его в поезд и со своим мужем привезла из Уэльса в Англию, туда, где они жили. Это было в сельской местности, и его поселили в одном доме и старались поставить его на ноги, дать ему отдохнуть, чтобы он пошел на поправку. Там он попал в глубокую депрессию. Врачи приходили и говорили, что он сильно истощен и не должен больше проповедовать, иначе он умрет в раннем возрасте. Все эти сообщения откладывались в его разуме. Если мы посмотрим на жизнь Джесси Пен Луис, может показаться, что она прекрасная женщина. Она помогла плодовому проповеднику в трудную минуту, но проблема в том, что она также постаралась указать на его мнимые ошибки служения. Она начала говорить ему, что многие вещи были демонического происхождения. Они вдвоем написали книгу «Война в жизни верующего», которую я не рекомендовал бы вам читать, однако они написали ее вместе. Она была ее автором, а Эван Робертс лишь сделал небольшой вклад в написание, написав то, что он знал о своей жизни. Впоследствии он просил людей простить ему за то, что он поместил на нее свое имя, и эта книга стала причиной разделений. Она начала учить его: это от дьявола, это от дьявола, это неправильно. Она во всем видела демоническую силу, но он поверил, благодаря постоянным внушениям ее стороны, и все происходившее во время пробуждения было демонического характера. Он в это верил. Интересным фактом является и то, что он так и не вернулся в Уэльс, даже после смерти Джесси Пен Луис. Он стал таким затворником, что даже его семья приезжала его навестить, но он скрывался от них и не позволял им увидеться, поскольку он боялся, что это повлияет на него, на то, что он делает сейчас. И как бы он совершенно отпал от своей семьи. Я осуждаю ее в том, что она фактически пленила этого молодого человека и начала вкладывать в него то, что ей хотелось. Я считаю, что через эту женщину
работал дух Иезавели, потому что даже после восстановления его физических сил он по-прежнему не хотел проповедовать. Он писал стихи, писал статьи на тему молитвы в британских журналах, но он так и не вернулся в Уэльс даже после ее смерти. Вот что еще я хочу сказать. История Ивана Робертсона на этом периоде жизни представляет для него сплошную травму. Когда у человека происходит срыв в жизни, когда вы больны, когда вы подавлены, у вас трудности, не бегите сразу к человеку чужому для вас. Бегите к тому, что вам родное, к вашей семье, бегите к вашей духовной семье. Эвану следовало бежать к церкви Марая, к людям, которые были рядом с ним, к своему пастору, к своей семье. Так бы он поправился не только физически, но и духовно. Этот человек возглавлял пробуждение в течение нескольких лет, что послужило толчком к служению многих замечательных мужей Божьих. Все они пришли поначалу к нему. Они хотели говорить с ним, они видели этого великого мужа Божьего, они видели его успех и его плоды. Но он отрекся от них и стал искать совета и мудрости не там, где следовало. Он позволил женщине, которая заблуждалась, и чье послание этому миру было полно заблуждений, войти в его жизнь и начать говорить ему, что верно, а что нет. Он поверил этому и потерял свое служение. После смерти Джесси Пен Луис, Эван Робертс проповедовал только несколько раз. Но стоило ему снова подняться на кафедру, как те же самые вещи начинали происходить. Он был переносчиком этого пробуждения. Он стеснялся фотографироваться, стеснялся репортеров. Ему не нравилось быть общеизвестным. Мне кажется, что последние годы жизни он снова стал ощущать движение Божьего Духа. Но он не мог больше проповедовать, разве только в воскресной школе церкви Марая. В последние годы жизни он ездил раз год в Англию навести своих друзей. Его уэльские друзья видели его на спортивных мероприятиях, на пути в театр, и некоторые думали, что он отступил от веры. Но в действительности он просто понемногу начинал жить нормальной жизнью в этот период времени. Когда он приходил на собрание христиан, он никогда не выходил и не садился на сцене, хотя его всегда приглашали на сцену, пытаясь почтить этого великого человека. Когда он умер, ему шел 71 год. Хотя проповедовал он всего лишь 6-7 лет за свою жизнь. Пробуждение продолжалось, может быть, 2.5 года после того, как он ушел со сцены. Можете ли вы представить, что этот человек, которого Бог избрал быть носителем этого пробуждения, за 1.5 года привел ко Христу 100 тысяч человек, жителей Уэльса, благодаря тому, что Бог совершал через него там. Он высвобождал свою веру на этих людей, на эту страну, и это стало причиной многим славным событиям. После этого один из журналов опубликовал его дневник, откуда следовало, что он не знал точно, когда он родился. Можете себе представить, что это был человек, через которого Бог касался народа Уэльса? Сегодня мы восхищаемся этим пробуждением. Люди постоянно спрашивают меня в своих письмах, расскажите мне побольше об этом. Этот человек, которого Бог помазал на лидерство, проповедовал лишь несколько лет о своей жизни и умер, не зная даты своего рождения. Дух Иезавели похитил его веру. Такое же происходило с Ильей, когда он прятался в пещере. Но Бог сказал ему, выходи. Эван Робертс так и не вышел из своей пещеры. Это печальная история. В последнее время в его журнале постоянно фигурировало слово «болен», потому что к концу жизни он сильно заболел. Он умер в 51 году, вот в возрасте 71 года. Это очень печальная история. Но чему мы можем научиться из нее? Первое. Бог использует молодых людей. Второе, молодым людям необходимы помощники, которые бы способствовали стабилизации жизни, которые бы подсказывали, что им делать дальше, не совершать ошибок, и как выбирать себе людей для контактов. Потому что эти связи могут стать причиной больших бед в вашей жизни и служении. Будьте с теми, кто знает истину, будьте с теми, кто знает, как жить правильной жизнью, как быть носителем истины, как сохранять помазание и не терять его. Что же касается Ивана Робертса, то он не знал, как правильно заботиться о своем физическом и духовном человеке. Если вы лидер, это не значит, что все лежит на ваших плечах. Это находится на плечах Божьих. Вы можете быть рукоположены на служение. Оставайтесь на нем. Крепитесь и позвольте Богу использовать вас. Но он также следует думать и о себе. Не чуждайте своей семьи. Оставайтесь ее частью. Даже если они не принимают вас, ваши взгляды критично относятся к вам. Не удаляйтесь от них. Их любовь к вам бескорыстна. Постарайтесь не потерять чувство близости со своей семьей, в которой вы росли, которая поднимала вас, которая беспокоится о вас, которая дает утешение вашей душе и покой вашему духу. Не бегите к людям, которых вы мало знаете. Обращайтесь к людям, которые вам хорошо известны. Первостепенную важность имеет ваша семья. Ваш духовный дом очень важен для вашей жизни. Человек, с которым вы идете по жизни, влияет на вашу жизнь. Всегда учитесь.
Кроме того, Эван Роберт стал резок с людьми. Он стал критиковать, делать выпады против них и стал болезненно переносить критику. Он не знал, как относиться к критике. Я думаю, что если бы он был дома, в своей родной церкви, я думаю, этого бы не случилось. Пробуждение было на севере Англии, в Ирландии, по всему Уэльсу. И я верю, что это было началом того, что Бог собирался сделать на улице Азуза. Вначале Он хотел сделать это в Уэльсе. В книге «Война в жизни верующего», которую написали Джесси Пен Луис с Эваном Робертсом, мы видим, что он высказывался против говорения на иных языках. Я верю, что Уэльс был местом, где Бог начал восстанавливать крещение Святым Духом. Но из-за того, что произошли все эти вещи, из-за влияния Джесси Пен Луис, мы потеряли его. Но есть другой интересный факт. В то время, как он решил уйти со сцены, в тот день, когда он решил полностью оставить лидерство, в Лос-Анджелесе был человек по имени Пархам, который переписывался с Эваном Робертсом, слушал о его пробуждении и говорил Робертсу: «Мы хотим видеть такое же пробуждение в Лос-Анджелесе. Мы хотим такое же движение Духа Северной Калифорнии. Мы хотим иметь это в Америке. Что нам нужно делать, чтобы иметь у себя это пробуждение, чтобы оно пришло в Калифорнию?» Эван Робертс писал ему ответы, рассказывал об отдельных деталях, о молитве, о движении Святого Духа, о покаянии, исповедании грехов, о том, как вести служение. Также он слал ему брошюру, где говорилось о пробуждении в Уэльсе. Оно придет в Калифорнию, оно придет в Америку. Будьте готовы к нему. И в тот день, когда Эван Робертс начал уходить со сцены, движение Духа перенеслось из Уэльса в город Лос-Анджелес. Этот город стал всемирной штаб-квартирой пятидесятнического пробуждения, место, откуда Бог начал нести послание о пятидесятнице и духовном ренессансе, о крещении Святым Духом и говорении на иных языках, и откуда взяла начало маленькая миссия на улице Азуза. И я всем сердцем верю, что Бог планировал начать все это именно с этого молодого человека по имени Эван Робертс, который испытывал Божье прикосновение все дни своей жизни. Эван никогда не противился Богу, будучи молодым человеком. Он целиком отдал ему свою жизнь. Но он так и не женился и посвятил всю свою жизнь молитве. Он никогда не занимался тем, что называл естественными вещами. И Бог сказал: «Я могу использовать этого молодого человека». И он начал использовать его. Поэтому не бойтесь того, если Бог использует вас. Но только очень трудно бывает оставаться на этом пути до конца жизни. Когда вы не позволяете гонениям или личным неприятностям в жизни заставить вас повернуть, когда вы не поддаетесь страху перед людьми и всем этим вещам, которые кажутся сильнее вас сегодня, вы будете победителем. Уэльское пробуждение не имело ни одного лидера прославления. Там не было никакой рекламы, там не было прекрасных хоров, выдающихся солистов, известных проповедников. Там был всего лишь молодой шахтер, которого использовал Бог. Он приходил через него и благословлял людей. Когда люди приходили к нему, он говорил: «Не смотрите на меня, я всего лишь окно, смотрите на то, что делает Бог». Потому что Бог может делать то же самое с вами и через вас. Мы также узнаем, что все великие лидеры пробуждения говорили: «Я обычный человек, вам не нужно для этого заканчивать колледж или семинарию. Богу нужно отношение вашего сердца. Правильное сердце – это первое требование». Эван Робертс имел правильное сердце. Он хотел превозносить только Иисуса в своей жизни. Хотел, чтобы люди получали спасение, чтобы Божий Дух коснулся целого народа, чтобы молодежь приходила к Богу. Когда Эван Робертс ушел со сцены, все эти люди, усилиями которых пробуждение двигалось вперед, девушки из хора, молодые проповедники, продолжали участвовать в пробуждении. Они становились лидерами пятидесятнического движения вместе с теми, кто приезжал в Англию из Лос-Анджелеса несколькими годами позже. Я очень рад, что Уэльское пробуждение стало частью нашей серии изучений. Я рад, что вы теперь можете не бояться, что вы еще молоды, и не обращать внимания на презрительные отношения со стороны некоторых. Бог использует молодых людей, и в последние дни Его Дух будет сходить на юношей и девушек. Они будут видеть видение, как это не раз было с Эваном Робертсом, и пророчествовать, проповедовать, провозглашать Божье Слово. Придут тысячи и тысячи молодых людей, таких как Эван Робертс. В 1904 году у нас был только один такой, но в конце этого пробуждения у нас будет тысячи и тысячи. Я верю, что сейчас я говорю кому-то из вас: заплатите цену, пройдите этот
Господь, не сдавайтесь, не позволяйте словам людей или жизненным неурядицам, или тому, что кажется вам непреодолимым, тормозить вас. Держитесь за Бога, идите вперед, сражайтесь с дьяволом. Если вы будете послушны Богу, тогда дьявол не сможет остановить вас. Сохраняйте послушание Богу. Христианство основано на тактике наступления, а не на тактике обороны. Часто люди устают и утомляются от него, потому что они избрали оборонительную тактику вместо наступательной. Выполнение великого поручения подразумевает наступательную тактику, а не оборонительную. Идите в мир и проповедуйте Евангелие. Несите то, что я даю всем людям, которые будут вас слушать. Если они не слушают вас, что же, оставьте и идите к тем, кто будут слушать вас. И тогда люди думают, почему они не признаны каким-то известным человеком, или не признаны на телевидении, или их не уважает та или иная категория людей. Еще ничто меня так не удивляло, как следующее. Последнее движение Божьего Духа всегда подвергается гонениям со стороны предшествующего. Я надеюсь, что мы сможем научиться на примере этой серии занятий и не делать этих ошибок. Я помню, как я читал книгу об одном служителе, возглавившем одно из великих движений Божьего Духа. Когда его просили возглавить следующее пробуждение, он сказал: «Я был призван вести только одно, а во втором буду только участвовать». Я думаю, что такое отношение можно часто встретить. Он не хотел быть лидером номер один, он был избран возглавить одно движение. Новое началось, но он сказал: «Я буду участвовать в нем, но не буду его возглавлять». Он был способен повести за собой людей, которым он был призван. Много раз, особенно в Америке, бытует мнение, что если у вас нет желания быть лидером, то это не может быть от Бога. Но Бог может делать вещи, которые больше одного вашего желания. Он может делать вещи больше вашего мнения, вашей способности как служителя. Он может использовать людей, которые вам не нравятся, которых вы не считаете достойными. И в прошлом люди смотрели на тех... И мы удивляемся, почему их Бог избрал. Я нахожу для этого единственный ответ, потому что их сердце право. Каким бы ни было наше отношение к ним, у них правильное сердце. Вы можете неверно начать свою работу, но люди всегда будут смотреть лишь на то, как вы ее завершите, как вы пройдете свой путь. Я прочел историю об Эване Робертсе, о том, как он завершил свой путь. Я говорю вам правду, когда я закончил читать, я зарыдал. Я просто не мог поверить, что Эван Робертс проповедовал отведенное ему время. Он рано и преждевременно закончил свой бег. Критики скажут, он был призван только для этого. Но призвание – Божий дар, который вас, это вам на всю жизнь. И я в этом призван, я в этом умру. Я могу быть уже в преклонных летах, но я не прекращу проповедовать и двигаться в духе. Я был призван и поставлен, и во мне пребывает Божий дар для совершения определенной работы в церкви. Идея о том, что люди могут быть призваны на короткий период, а потом уйти, не является истиной. Это неправда. Послушайте меня. Кто-то из вас хочет проповедовать. Некоторые желают возглавить большие церкви, движение Духа Святого в них. Я могу только похвалить вас, и я призываю вас встать на ваше место, перестать отчаиваться в своем разуме, вернуться к вере в Бога, исповедовать перед Ним свое отступничество и приказать дьяволу убраться из вашей жизни, и начать молиться, чтобы разрушить власть дьявола в своей жизни и вернуться к тому, кому вы принадлежите. Вы скажете: я разведен. Бог использует разведенных людей. Вы скажете: какое право имею я так говорить? Разве Бог такое делает? Бог может делать все, чего Он захочет. Вот почему Бог говорит: я могу делать все, чего я захочу. Он говорит: я могу смешивать несколько даров, и все они будут работать. Вот почему, если вы пророк, вы можете быть пастором. Господь говорит: я могу смешивать дары так, как я этого хочу. Не говорите, что я не могу этого делать, потому что мы должны остерегаться жестких суждений. Если Бог может простить убийцу, Он может простить и человека с проблемами в семье или разведенного. Не верьте, что Бог не восстанавливает и возвращает вас к тому, кому вы принадлежите. Будьте сильны и послушны Божьему Духу. Послушны тому, что Бог велит вам делать. Люди могут потребовать от вас, чтобы вы шли другим путем, путем послужения мнению людей, не проповедовали на ту или иную тему. Вы должны откладывать в сторону мнения людей. Проблема для Эвана Робертса был страх перед общественным мнением и критикой со стороны людей. Если вы хотите быть лидером и иметь большую церковь, вы будете испытывать сопротивление. Каждый новый уровень помазания становится причиной для нового сопротивления. Каждый новый уровень вашего служения заставит людей критиковать вас. Откуда приходит критицизм? Прежде всего от того, что люди завистливы. Во-вторых, потому что некоторые люди призваны делать то же, что делаете вы, и ваш успех заставляет их завидовать. Но
они не поступают при этом по воле Божьей. Друзья мои, отречите с себя подобные вещи. Делайте то, к чему Бог вас призывает, и позвольте Духу Святому превознести вас. Вернитесь туда, где вы должны находиться. Оставайтесь там. И начинайте великие пробуждения в народе, как это делал Эван Робертс. Но не совершайте его ошибок. Моя молитва сегодня о том, чтобы вы были послушны Святому Духу и делали то, к чему вас Бог призвал, и не боялись ни людей, ни бесов, но только Бога Отца вашего. And that you will do what God's called you to do and never be afraid of any person or any devil or even God your Father. Эван Робертс родился 8 июня 1878 года и умер 29 января 1951 года.